ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, मे प्रोडोलजायं चितात् श्रीमद् भागवतं पिर्वू पेस्न् वतरू ग्लावु टेक्स्ट् 21. भिद्यते हृदय ग्रन्थिश् छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। Перевод. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Получить научное знание о личности Бога значит одновременно осознать себя. Существует множество спекулятивных построений и сомнений по поводу того, что живое существо духовное. Материалисты не верят в существование духовного «я», а философы-эмпирики верят в безличный аспект единого духа, отрицая индивидуальность живых существ. Трансценденталисты же утверждают, что душа и сверхдуша – две различные сущности, качественно одинаковые, но отличающиеся в количественном отношении. Есть и другие теории, но все это разного рода измышления, и они мгновенно исчезают, как только процесс бхакти приводит к истинному пониманию Шри Кришны. Шри Кришна подобен солнцу, а материалистическое спекулятивное рассуждение об абсолютной истине – ночной тьме. Как только в сердце восходит солнце Кришны, мрак материалистических спекулятивных рассуждений об абсолютной истине и живых существах мгновенно рассеивается. Там, где есть солнце, нет места тьме, и относительные истины, сокрытые во мраке невежества, отчетливо проявляются по милости Кришны, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого. В Бхагавадгите Господь говорит, что, желая проявить особую благосклонность к своим чистым преданным, Он Сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая в сердце преданного светильник чистого знания. А раз уж сама Личность Бога освещает сердце своего преданного, то преданный, поглощенный служением Господу в трансцендентной любви, не может оставаться во мраке. Он обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Преданный не может оставаться во мраке, и поскольку его просвещает Личность Бога, его знание, разумеется, совершенно. Этого лишены те, кто рассуждает об абсолютной истине, опираясь на собственные ограниченные возможности, Совершенное знание называется парампарой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Невозможно бросать вызов авторитету Всевышнего и в то же самое время познавать его. Он сохраняет за собой право не раскрывать себя, ничтожной искорки целого, относящейся к нему с вызовом, искорки, попавшей во власть иллюзорной энергии. Преданные послушны ему, и потому трансцендентное знание не сходит от Личности Бога к Брахме, а от Брахмы к его сыновьям,
и ученикам по цепи преемственности. Поэтому этому процессу способствует сверхдуша, помогающая преданным изнутри. Таков совершенный путь постижения трансцендентной науки. Просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи. Этот узел называется аханкара. Аханкара. И он понуждает живое существо ошибочно отождествлять себя с материей. Поэтому, как только этот узел развязывается, тучи сомнений тотчас же рассеиваются. Человек видит своего господина и полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Обрывает цепь кармической деятельности. В материальной жизни живое существо создает свою собственную цепь кармической деятельности и жизнь за жизнью пожинает плоды своих хороших и дурных поступков. Но стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается из цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий. Омагьяна тимиранда сия генанджана шалакая чакшурун млитам ена тасмай шри гураве намаха шри читани мано бхиштам стхапитам ена бхутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримате Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатя Дешитарине Ванча Калпатарубишча Крипасинду Бьевача Патитанам Паване Бью Вайшнава и Бью Намо Намага Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз стих. Видьяте хридая грантиш, чидьянте сарвасамшая, кшиянте часья кармани. Дришта эватма нишваре. Так развивается узел сердца, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Итак, в прошлый раз, обсуждая предыдущий стих, мы говорили о квалификации постижения научного постижения Верховной Личности Бога. То есть, кто достоин того, чтобы наконец обрести это знание. И в этом сегодняшнем, получается уже следующем стихе, Сута Госвами объясняет, каковы уже проявления того, что человек достиг этого уровня, как это проявляется, каковы обязательные внешние признаки, которые обязательно происходят. Вот. Это отчасти поможет нам также понять, когда, знаете, преданные иногда спрашивают, когда же, наконец, я избавлюсь от сомнений, от всех сомнений, да, или когда разрубится вот этот узел сердца, и мы поговорим, что это за узел сердца, когда полностью прекращается цепь кармической деятельности. Это происходит, когда человек постигает, обретает научное понимание Верховной Личности Господа, о чем мы поговорили в прошлый раз. Итак, давайте сначала разберем комментарии Шрилы Прабхупады. Если у вас под рукой книга или электронный гаджет, с которого вы читаете, пожалуйста, откройте комментарий, стих 1, 2, 21. И посмотрим, какие аспекты затрагивает Шрила Прабхупада в своем комментарии. В самом начале комментария он начинает, по сути дела, описывает, какие различные виды сомнений существуют у духовной души, у обусловленного живого существа, какие виды сомнений или измышлений, основанные на сомнении, у него возникают касательно духовной природы души. То есть, по сути дела, Шрила Прабхупада
большую часть комментария посвящает теме «Чиденте сарва самшая», то есть как в дребезге разбиваются все сомнения с платформы научного понимания Верховного Господа и его трансцендентной природы. Вот. Этому аспекту «Чиденте сарва самшая» Шилпада посвящает большую часть комментария. Так вот, в самом начале он перечисляет различные виды измышлений, начиная с самой низшей, дремучей, которую проявляют материалисты, которые вообще даже не признают существование духовного «я». То есть для них духовная природа души – это ее отсутствие. Никакой души нет, соответственно, никакой духовной природы не существует у личности. Есть просто взаимодействие химических элементов, их взаимодействие порождает признаки сознания, согласно их невежественным взглядам. И вплоть до верного, истинного представления о природе души, которое Шилпада звучит так, что это две сущности, есть душа, а есть сверхдуша, они отличны друг от друга, это две индивидуальности, они качественно одинаковые, и отличаются в количественном отношении. Мы помним многократные примеры. Шилпада приводит каплю, приводит пример капли океана и самого океана, золотого украшения и золотого рудника и так далее, и так далее. Вот. Он отмечает, что есть и другие теории, помимо вот этих трех. То есть в серединке там затесалось еще философы-эмпирики, которые верят в безличный аспект единого духа, при этом отрицают индивидуальность живых существ. Кстати, в лекции, которую Шилпада давал в августе 1974 года во Вриндаване по этому стиху, он объясняет поподробнее взгляды вот этих имперсоналистов, которые считают, что положение духа подобно тому, как есть пространство, да, или акаша, небо, то есть пространство внутри горшка, а есть пространство вне горшка. Так вот, когда горшок разбить, то вот это пространство сливается с пространством вовне и становится, как сказать, естественной частью вот этого пространства. Но, отмечает Шилпада, такого в действительности не происходит. Мы не становимся частью общего целого, потому что с самого начала мы индивидуальности. Мы отличаемся от других индивидуальностей, поэтому мы испытываем отличные виды счастья и страдания, разные свои собственные виды эмоций. Мы получаем свои собственные плоды греховной благочестивой деятельности. Мы делаем свой собственный выбор. Вот. То есть это не как кажущаяся такая фантасмагория, а якобы существующем разнообразии, которые пытаются имперсоналисты, майявади, объяснить видимое разнообразие. Это реальный факт. Живое существо обладает индивидуальностью, поэтому его невозможно сравнивать вот с таким горшком. То есть они говорят, что вот этот горшок, это вот это тело, как только мы покидаем рамки этого тела, достигаем освобождения от грубого и тонкого тела, то мы сливаемся. Но этого не происходит, мы остаемся личностью. И Шилпада отмечает, что есть и другие теории, помимо вот этих разных измышлений, но все это разные измышления, и они, говорит, мгновенно исчезают, как только процесс бхакти-йоги приводит к истинному пониманию Шри Кришны. Вот. То есть разные виды измышлений, но они в конце концов исчезают, простите, никаких сомнений больше не остается. И далее в комментарии Шилпада объясняет, как происходит процесс очищения сомнений. То есть, отметив, что они существуют, что нам теперь с ними делать, нужно от них очищаться. И первый аспект, он приводит пример солнца. Да? Известный стих. «Кришна Сурья Сама Майя Хая Андакар Яхам Кришна Таханнаги Майя Радикар». Кришна подобен солнцу, майя подобна тьме. Там, где есть, там, где сияет солнце, нет места тьме. Точно так же там, где присутствует Кришна, нет места иллюзии, майя. Да? И Шилпада отмечает, да, то есть он, вот этот пример солнца, надо стоит отметить, это
когда солнце восходит, они просто своим пассивным присутствием естественным образом все очищаются. То есть там, где есть Кришна, там естественным образом присутствует отсутствие невежества. То есть невежества там нет. И в частности Шрила Прабхупада отмечает, что даже относительная истина, помимо понимания самого Кришны как абсолютной истины, даже и понимание относительных истин, оно также становится правильным и четким. И понимание относительных истин – это означает понимание истинной природы этих относительных истин. То есть, когда преданный становится на путь преданного служения, он сразу же понимает природу всех вещей в истинном свете, в истинном свете осознания Кришны, потому что он понимает, откуда они произошли, для чего они предназначены, какова их дхарма. Дхарма – это значит истинное свойство и, соответственно, правильный способ их применения, этих объектов и субъектов, даже в рамках материального мира. Да? И все это проявляется, как отмечает Шрила Прабхупада, отчетливо проявляется по милости Кришны. Вот. И здесь далее Шрила Прабхупада говорит, приводит другой пример. Он уже ссылается на стих, 4 стих Чатуршлоки Бхагавадгиты, 10.11. Тешама ванукам партхам ахама гьяма наджантамага нашаям ятма бхавасто гьяна дипина бхасвата. О том, что помимо вот этого пассивного, казалось бы, просто Кришна присутствует, и вот своим вот влиянием он очищает невежество, да? Но при этом есть еще активное, в некотором смысле, трансцендентно предвзятое отношение Господа именно к своим преданным. То есть он активно теперь же проявляет милость своим преданным. Потому что 5000 лет назад, когда Господь присутствовал на этой планете, его видели довольно много людей. В частности, огромное количество людей видело Господа по ту сторону на поле битвы Курукшетра, по крайней мере, со стороны вражеской армии. Все могли видеть выехавшее на середину поля боя между двумя армиями колесницу, которую вел сам Господь, колесницу Арджуны. Вот. Но не значит, что все понимали его верховное положение, верховной личности Господа. В частности, этим страдал Дурьодана, другие личности, в частности, демоны. Да? То есть просто присутствие Господа недостаточно. Нужно, чтобы полностью избавиться от всех сомнений, нужно активное вмешательство Господа, активное его принятие, что он должен принять участие в этом. И как это происходит, мы поговорим попозже. Но в частности, здесь Шрила Прабхупада отмечает, что помимо присутствия солнца, вот этого, да, солнца Кришны, необходимо еще также и чтобы он активно проявлял, да, свою милость по отношению к своим преданным. И ссылаясь на этот стих, Шрила Прабхупада отмечает, что Кришна сам рассеивает густой мрак гьяна дипина, факелом знания. Дипа значит вот этот факел, который рассеивает мрак. И этот факел держит сам Кришна. Вот. И благодаря чему преданный, поглощенный служением Господа в трансцендентной любви, и именно это вынуждает Господа по его трансцендентной милости, чтобы он лично взял в свои руки процесс очищения всего невежества, в частности, очищения от сомнений. Сомнения – это порождение невежества, неверное представление и, соответственно, неверные выводы на основе неверных представлений. Так вот, Господь лично очищает вот этот мрак невежества и сомнений. Как это происходит? Ссылаясь на предыдущий стих Чатуршлоки, Тешам сатата юкта нам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там ена маму паянти те, говорит Кришна. Вот когда преданный поглощен служением Господа в трансцендентной любви, он не может оставаться во мраке, потому что сам Господь лично принимает на себя такую почетную обязанность. Почетную, потому что Господь с любовью отвечает на усилия
преданного, который поглощен служением Господу. Поглощен – это значит, что все, он уже не выныривает из этого поглощенности. То есть не то, что он преданный выходного дня, он поглощен, он уже всегда сосредоточен на том, чтобы служить Кришне в трансцендентной его любви. Сатата юктанам – это поглощенный, всегда, сатата значит всегда, точный перевод. И бачутам прити пурвакам, прити значит трансцендентная любовь. Здесь Шилпада перефразировал предыдущий стих Чатуршлоки. Да? И он отмечает, что такой преданный обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Он понимает, не только он сведущ в духовных вопросах относительно сознания Кришны, самого Кришны, он еще правильно оценивает все материальные вещи. То есть материалисты могут засмеяться, подождите, он знает, допустим, малярную массу там, какого-то химического элемента, да, или закон там, Фаренгейта может там, правильно изложить и объяснить, или еще там, какую-то квантовую физику и прочее. Нет, не это имеется в виду. Да? Шрила Прабхупада поясняет. В лекции, которую он дал во Вриндаване 1 ноября 1972 года по этому же стиху, нет и вопроса о том, чтобы преданный оставался в темноте. Иногда возникают споры, начинает кто-то не соглашаться, что большинство преданных, они обвиняют преданных, что большинство ваших преданных, они не слишком образованы. Но, продолжает Шилпада, это не важно. Вот это внешнее академическое образование, у него нет никакой ценности для духовного продвижения. Именно поэтому в вопросах вот этой, то, что мы называем академического образования, преданные могут числиться необразованно, но это и не нужно. Это для духовного образования даже не нужно. Потому что есть много академически образованных людей, которые с духовных вопросов просто полные невежды. Классический пример, который Шрила Прабхупада постоянно приводит, это вот профессор Котовский, да, вот, как сказать, наш земляк, в советское время, ну и сейчас это на территории России, вот так вот он отметился, наш земель. Вот, был профессором, но при этом дремуч, как вообще туп, как пробка оказался в вопросах духовного понимания, что после того, как заканчивается, приходит конец этому телу, личность тоже исчезает, личности тоже приходит конец. Шилпана многократно приводил этот пример. Так вот, наличие академического образования совершенно бесполезно в вопросах духовного образования, а именно на это и ставят свой акцент. Они поглощены, как говорили выше, преданные, да, сатата юктана. Они только это и ставят своей целью преданные. Вот. Поэтому, казалось бы, формально академического образования они могут и не похвастать, но это даже и не важно. Это бесполезное знание. Потому что современные так называемые ученые куда тратят это знание? Просто для того, чтобы погружать людей дальше в невежество, либо просто на разрушение. Да? Они открыли атомную энергию, на что они тут же направили это знание? На то, чтобы разбомбить два города в Японии. Да? Они открыли вот этот геном человека, да? Генные инженеры, и всякую ерундой страдают. Да? То есть они изучают вот эти бактерии, вирусы и так далее. И каждый год появляются разные новости. Ну, такой-то новый вид там, гриппа появился и так далее. Столько же жизни унес там, и так далее. Это все невежество. И это не приближает человека к пониманию абсолютной истины. Он не осознает глубже, что он является вообще-то духом, а не материей. То есть вот это перебирание вот этих разных элементов материальной энергии бесполезно. Это как человек, точнее не человек, ребенок играется в песочнице, он мнит себя опытным построителем вот этих куличиков, там ведерки умеет ставить, да, но он все равно ребенок. Как бы он там опытно не умел поставить там все эти куличики, это бесполезно. Это манипуляция материальной энергии. Ну и что, что он умеет там правильно это сделать или не так правильно. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада отмечает, вот это внешнее академическое образование не имеет ценности для духовного продвижения. А именно на это и направлены внимание преданных. Вот.
Шрила Прабхупада продолжает, они преданные не остаются в невежестве, потому что лично Кришна принимает на себя вот эту вот роль давать наставления. И кто может быть лучшим наставляющим, чем сам Кришна, задает Шрила Прабхупада вопрос. Поэтому это неверная теория, что якобы преданные в невежестве находятся. Нет, они исполнены, полностью исполнены знания. Да? И если человек по-настоящему преданный, Шрила Прабхупада говорит, если он настоящий преданный, то в нем не может быть недостатка знания. Это факт того, что знанием, отсутствием знания он страдать не будет. И Шрила Прабхупада несколько раз отмечал, что я не боюсь бросать вызов всем этим современным ученым, мыслителям, знаменитым людям, которые могут похвастаться, казалось бы, каким-то академическим знанием, которые сообразительны. Да? Потому что сам Кришна дает ему знание сказать то, что, услышав, что вот эти люди совершенно теряются, не знают, что сказать. Да? Помните, вот это задиристый репортер, который всех вот размазывал, кого он вызывал на беседы. Да? И Шрила Прабхупада с удовольствием пошел, и он так отвечал этому глупцу гордому, что тот просто не знал, что и сказать. Шрила Прабхупада отметил, что это Кришна дает знания. Отвечать так, что человек понимает, что то, что он сам говорит, глупость, что суть его знания бесполезна, он просто потратил свою кучу лет, чтобы развивать бесполезное знание, он все равно страдает и так далее. То есть этому можно посвятить целую лекцию даже. Вот я просто отмечаю, что поскольку Шрила Прабхупада произносит этот стих, поскольку он произносит эти слова, и он отмечает, как именно преданный избавляется от всех сомнений. Это особая милость Господа. Чтобы оказать им особую милость, Тешам Эвану Кампартхам, то чтобы оказать особую милость своим преданным, которые настоящие преданные, лично Кришна берет в руки рассеивание таких сомнений. Далее уже рассматриваем комментарии. Шрила Прабхупада отмечает квалификацию преданного, чтобы получить такую милость от Кришны. То есть это не то, что повесил себе табличку, да, как от Базилио, слепой, да, и, дескать, все должны поверить и давать ему пожертвования, да, чем он там занимался, в этой сказке про Буратино. Нет, должна быть определенная квалификация. Вот, и эта квалификация делает преданного квалифицированным, простите за каламбур, квалифицированным, чтобы быть членом, быть участником вот этой парампари, которую Шрила Прабхупада дальше описывает в комментарии. Да? И в частности он говорит, что такое очень емкое определение, что такое парампара. И тут на каждом слове можно застревать, потому что каждое слово раскрывает очень важную особенность, важную характерную черту, что такое парампара. Шрила Прабхупада, давайте посмотрите в комментарии, говорит, совершенное знание называется парампарой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Посмотрите, как емко и сколько очень много аспектов туда, в это, казалось бы, короткое предложение вмещено. Во-первых, парампара, Шрила Прабхупада называет, это совершенное знание. Совершенно за счет того, что каждый участник этой парампары, являясь прозрачной средой, ничего не меняет. Вот передается вот каким, знаете, современным языком, говорят, за что купил, за то и продаю. Вот то, что мне сказали, абсолютно то же самое я передаю. Поэтому это совершенное знание. Потому что изначальным источником, совершенным источником является Кришна. Поэтому, покуда оно передается знание таким, как оно и есть, знание остается совершенным. Далее, это дедуктивное знание, то есть это оно нисходящее знание, в отличие от восходящего, индуктивное. Да? То есть опираясь на то, что я знаю, что-то еще пытаюсь понять, опираясь на это, что-то еще пытаюсь понять, двигаясь таким способом, как описывается в Брахма-самхите, можно двигаться миллионы лет со скоростью ума, то есть вот индукция, да? То есть
рассуждаю, но невозможно приблизиться к Кришне. Это бесполезно. Но это дедуктивно, это означает, что оно не сходит, и мы должны его получить от высших авторитетов. Но какова же квалификация? Вот о чем как раз мы и говорим. Как стать квалифицированным, чтобы получить это знание? То есть как не быть тем, перед кем метают бисер? Да? Так вот, первая квалификация – человек должен смиренно внимать, чтобы вышестоящий авторитет захотел дать нам это знание. Да? То есть необходимо обладать вот этим смирением. Смирением – это означает не пытаться противоречить, не умничать, да? Не пытаться, как сказать, получив какое-то знание, приправить его своим на самом деле и дать совершенно какое-то собственное измышлизмы глупые, которые полностью противоречат идее и посланию Парампары, который изначально произнес Кришна. Да? То есть это смиренно внимающим, это означает не противопоставлять себя, в частности свой куцый, скудный разум, а пытаться что-то противоречить. Это смиренно. Да? И далее мы можем смиренно принимать это, мы заслужить такую способность можем, да? Но как все-таки можем воспринять? Ты можешь смиренно слушать, но это не уживется, не приживется. Поэтому Шрила Прабхупада говорит дальше, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Так чтобы у нас была способность воспринимать это знание, понять и уяснить, разобраться, обязательно должна присутствовать служение и преданность. Тогда человек, достойный кандидат, он не просто смиренно внимает, но еще все начинает все понимать. Вот это очень важный момент. Поэтому преданное служение является действенным методом. Это активное вовлечение себя в преданное служение. Это не что-то является умозрительным. Да? Человек должен заниматься активно преданными служениями, начиная со шраваном, киртаном. То есть мы шраваном, мы не послушиваем, а мы активно слушаем, мы вслушиваемся, мы пытаемся разобраться. Да? Это активное слушание. Это не просто так вот, как мы включили, едем на машине куда-то там в закат, и, как сказать, ветер развивает нам волосы, и мы под музыку что-то там едем, думаем о своем. Нет. Вот. Слушающий, даже казалось бы, он ничего не делает, но в этот момент сознание включено, он активно слушает. Он вслушается, пытается разобраться. Ага, вот здесь говорится об этом. А здесь, по сути дела, перефразирован вот этот стих. А вот здесь мне совсем понятно, хорошо, я попытаюсь прояснить и так далее. То есть это активное слушание. И именно активное слушание, да, является служением. Да. И делать это с преданностью. С преданностью, во-первых, в первую очередь Кришне, Господу Чайтанье, всем предшествующим ачарьям, Шриле Прабхупаде, в конце концов. Преданность – это означает, что мы подтверждаем то, что мы достойные кандидаты, тем, что мы выполняем то, что просится, что нам просят делать в этих наставлениях, в этих трансцендентном знании, которое мы получаем. И если мы выполняем, то тогда это знание становится реализованным. Мы делаем, мы видим, как оно работает, это становится реализованным. И в этот момент мы уже начинаем понимать. Мы становимся способными воспринимать это знание. Да? То, что казалось тяжелым для уяснения, становится очень легким. Помните вот эту классическую историю, которая приводится в связи с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, как один человек пришел к нему и сказал, что «Махарадж, у меня есть очень много вопросов». И тот сказал: «Я пока немножко занят, поэтому, пожалуйста, помоги вот там вот преданным, пуджари это были, помоги им, и потом можешь подойти задать вопросы». И тот, надо отдать ему должное, он пришел к пуджари, те его заняли каким-то служением, может быть, что-то прибирать или чистить параферналия. Вот. И занимал, он несколько часов этим занимался, и потом, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пришел спросить, есть ли, какие у тебя вопросы есть, он говорит: у меня нет вопросов. Вот эти сарва самшая, очищение от всех
Чиденте Сарва Санше, он очистился от всех сомнений, потому что он занимался преданным служением Кришне. И Кришна из сердца очистил это невежество, которое он испытывал. Из-за невежества испытывал сомнения и хотел прояснять. И если бы он не занимался этим служением, просто бы даже получилось у Бхактисиддханты Сарасвати Такура найти время и отметить ему, ответить на вопросы, то не факт, что этот человек, услышав бы, казалось бы, объяснение, смог бы до конца это уяснить и, самое главное, принять, согласиться, что да, вот это самый правильный вывод. Вот. То есть это очень важный момент, ёмкое описание, что такое парампара. Это совершенное знание парампара, да? Это дедуктивное знание, оно, которое нисходит от авторитета. Кому оно нисходит? К смиренно внимающему. И что делает его способным воспринимать? Его служение и преданность. И чтобы сделать контраст, Шрилапрабхупада отмечает, что бросать вызов авторитету Всевышнего и в то же все время надеяться, что я смогу его постичь, это глупость, он не сможет это сделать. И почему? Потому что Кришна – личность. Он может просто не захотеть. Кто бросает ему вызов, ну, представьте, малюсенькая искорка, писклявым голосом, образно говоря, бросает ему вызов, да? Там, пищит там, что я там не верю, ты кто такой, дескать, да? Кришна сохраняет за собой право не раскрывать себя этой ничтожной искорки. Да? Но в то же самое время, поскольку преданные, они лишены такого невежественного отношения, они послушны ему, поэтому им нисходит знание от личности. Они становятся достойными участниками этой парампары. Вот. И если что-то все равно остается непонятным, то этому процессу, отмечает Шилпада, способствует сверхдуша, который помогает преданным изнутри. Вот это, говорит он, совершенный путь постижения трансцендентной науки. Поэтому вот если так вот структуру обрисовать, ключевые моменты с вызовом, если сознание с вызовом, это просто можно вычеркнуть, это вообще бесполезно, то и вообще иди гуляй, можно сказать, такому человеку, такой личности. Но если есть смиренный человек способен воспринимать, то видя такое отношение, личности, которые выше стоят по парампаре, они согласятся дать это знание. И если получая это знание, на этом, на одном смирении не стоит застревать, у человека должно быть служение и преданность. И тогда в нем появляется способность, как сказать, воспринять это, переварить это знание. И если вдруг что-то не остается непонятным, то мы продолжаем демонстрировать Кришне, что мы его преданы, мы выполняем процесс преданного служения. И тогда, согласно вот этой формуле, 10.11 Бхагавадгиты Тешам Иванукам Партхам Ахам Агьяна Джанта Маха. Кришна из сердца сам рассеивает тьму невежества. Если какие-то моменты оказались непроясненными, преданный сам понимает по милости Кришны, как это все на самом деле происходит. Если иногда он, допустим, к великому сожалению, духовный учитель покинул уже этот мир, да, или что-то вот подзабыл преданный, где он когда-то что-то читал, то Верховный Господь милостиво избавляет такого преданного от всех сомнений. Вот, таким, это совершенный способ. И дальше в самом конце комментария Шрилы Прабхупады объясняет вот эту цепочку, как это происходит, каким образом человек в конце концов разбивает цепь кармы. Да, вот здесь он немножко также говорит и о избавлении от последствий своей кармической деятельности, которая, по сути дела, и держит человека в рамках материального мира. Мы об этом тоже поговорим вот сразу же после того, как закончим комментарий. Шрилапрабхупада в самом конце говорит, что просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи. Да? То есть благодаря вот такому просветлению, то есть факелом знания, Господь изнутри сердца осветляет все. Благодаря этому, когда света достаточно, мы понимаем, что есть что, это вот
этот объект, а эта душа, это к этому объекту не относится. Хотя в темноте, кажется, все как-то воедино сливается. Да? И в частности, для преданного, в первую очередь, он проясняет, он уже начинает понимать, что является духом, а что материей. Почему? Потому что сам Господь развязывает этот узел. Этот узел называется аханкарой. Да. То есть просветление, дальше идет, человек способен отличать дух от материи, и в результате этого человек избавляется от сомнений. Да? И дальше преданный понимает, что Господь является господином, вот это господином является душа, но имеется в виду не сама душа является господином, является сфера души. Об этом говорит Шрила Прабхупада. Здесь человек видит своего господина и полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу. Да? То есть вот это ответ, что господином является душа, имеется в виду сверхдуша, а не мы как душа. Мы никакие не господины, мы слуги. Так вот с помощью ачарьи можно прояснять для себя тонкости стиха на санскрите. Без ачарьи мы не сможем выяснить. Если просто голым образом прочитать этот стих, мы подумаем, что ну, вот смотрите, господином является душа. Значит, я господин. Вот это вот так вот недобросовестные имперсоналисты Майявади, игнорирующие мнение предшествующих ачарьев, они могут так вот заносчиво найти себе проману, доказательства, даже Шримад-Бхагаватам, Амала-Пурана. Ну вот, Шрила Прабхупада отмечает для нас, что господином является душа, в смысле сверхдуша. И дальше, когда мы осознаем в таком положении, благодаря служению вот этому господину, мы разрываем цепь кармы. Вот такая последовательность. Шрила Прабхупада давал две лекции, которые были записаны на эту тему, по этому стиху 1.2.21. И в лекции, которую он давал в обоих, кстати, лекциях, две лекции, один раз в Лос-Анджелесе и второй раз во Вриндауне. В обоих лекциях он с самого начала, комментируя вот эти первые слова, «Бхидете хридая грантхи». «Хридая грантхи», то есть «узел сердца», что это за узел? Он в обоих случаях ссылается на стих из пятой песни Шримад-Бхагаватам, это наставление Махараджа Ришабадевы, «Пумсах стриямит хунибавам этам тайор митхо хридая грантхим». Видите, «хридая грантхим» – «ахуху». «Ато греха кшетрасутапта виттар джанасья мухо ямахам мамети». Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». То есть об этом узле говорится. То есть, иными словами, принимая во внимание, что было сказано в предыдущих стихах, узел разрывается после того, как человек обретает научное понимание Бога. Да? Иван Прасанна Манасо, Бхагават Бхакти Йога Тага, Бхагават Таттва Вигьяна. Как только человек обретает Бхагават Таттва Вигьяну, с этого позиции он уже по милости Кришны может разрубить вот этот узел материальной привязанности, который начинается пумсах стриями тхуни бавам этом. Начинается с полового влечения друг друга к друг другу мужчины и женщины. То есть это непростая такая вещь. То есть если человек заявляет, что он уже не испытывает вот этого полового влияния, полового влечения, по сути дела он намекает на то, что он уже, как сказать, находится на уровне научного понимания Верховной Личности Господа, Бхагават Таттва Вигьяны. Вот. Но тогда необходимо проверить и другие составляющие. Да? Другие составляющие, описанные в этом стихе, это Чидянте Сарва Самшая, он уже не должен испытывать сомнений, и также Кшиянте Те чася кармани, он не должен уже стремиться вовлекаться в кармическую деятельность.
Да? То есть, допустим, человек, считающий себя возвышенным преданным, никогда не будет призывать человека остановиться на кармический путь, изучать какую-то кармическую способы решения своих проблем. Да? Не в смысле изучать какую-то прикладную деятельность, которая просто нам необходима, чтобы просто заработать и поддерживать тело. Это не возбраняется. Имеется в виду искать кармические способы решения своих проблем, даже в духовной жизни. Да? То есть заявить, что если преданный считает, что ему не нужна психология, то он сам нуждается в психиатре. То есть это уже звоночек должен прозвучать, да. Или там подтягивать какие-то, ну, простите, это уже звучит, уже оскомину набило, но всех вот этих психологов, астрологов, всяких успешных мотиваторов по типу Стивена Кови, Роберта Киосаки, потом там Энтони Робинс и прочие, которые там, по сути дела, призывают, что ты можешь, даешь, ты просто захоти сильнее. Да? Просто ты в центре, ты просто недостаточно хочешь. Да? Все это, если человек преданный, так называемый, который считает, что он избавился от Хрида Грандхи, да, его больше якобы, как ему кажется, не интересует половое влечение, но он также одновременно должен и не стремиться к желанию вовлекаться в кармической деятельности, уж тем более он не будет призывать других вовлекаться в это. Он будет понимать, что именно преданное служение, именно средствами преданного служения живое существо может решить все свои вопросы. Почему? Потому что Чидянте Сарва Самшай, он избавился уже от всех сомнений. То есть никогда не подождите, преданному все-таки нужна психология. Давайте тоже психологию будем учить. Если они сопротивляются, мы им скажем, что вы нуждаетесь в психиатре, раз вы вот такие вот бунтари. Нет, он никогда такого не будет думать. Да? Он не будет подтягивать каких-то материалистов, которые обязательно должны посещать преданных, обучать их тому, как, допустим, иметь дело с образованием своих детей, там, знаете, вот этого... Амунашвили подтягивать почему-то. Странно. Какое он имеет дело к тому, чтобы обучать преданных? Это вообще глупая инициатива, неразумная. Вот. То есть это означает, что если человек подтягивает какого-то материалиста в жизнь преданных, считая, что он может что-то дать, что якобы поможет преданному служению, это означает, что есть сомнения. Он еще не достиг уровня Чидянте Сарва Самшая. Вот. Он не верит, что преданное служение «Ясьясти бхактир бхагавати акинчана сарвар гунай статра сама сате сурага», что нужно просто напирать, вдохновлять преданных, чтобы их преданное служение становилось качественно акинчана, беспримесным. Да? За этим следить, чтобы их урегулированное преданное служение, начиная с уровня садхана бхакти, все выше и выше становилось качественнее, лучше, следить за чистотой послания, что мы чисто передаем послание Шрилы Прабхупады. И это поможет, на самом деле, вот этот стиль жизни акинчана бхакти, вот в таких рамках, поможет человеку сарвар гунай статра сама сате сура, развить все положительные качества полубогов. В частности, быть опытным в обращении с детьми. Никакие амунашвили нам не потребуются, никакие Стивены Кови и прочие там умники материального мира. Это означает, что остается сомнение. Поэтому это означает, что Хрида Грандхи есть еще в сердце. Понимаете? Вот. Хридая Грандхи, это означает, что это за Хридая Грандхи, о котором говорит Шрила Прабхупада? Это Пумсах Стриё Митхуни Бхавам Это. Это означает, что есть желание наслаждаться противоположным полом. Будь это вайшнав или вайшнави, но пока что еще он на таком уровне, что еще вот это Хридая Грандхи еще испытывает пока. Вот. Поэтому это очень высокий уровень, избавиться от вот этого узла полового влечения. Вот. То есть человеку может казаться, что он не испытывает полового желания, но есть тонкий секс. Они взаимосвязаны друг с другом. Грубое желание грубого наслаждаться сексом, вот этим
использованием гениталий, да? Или тонкий секс. Казалось бы, гениталии не вовлечены, но здесь используется, вовлекается вот это подспудное желание, которое присутствует по наслаждению тонким, грубым или тонким сексом. Это желание почести. Почести – это, допустим, в грубом сексе – это вот комплименты, да, ласковые слова. Это все то же самое, помните. То есть все, что относится к тонкому и грубому телу, чтобы его хвалили, чтобы я чувствовал себя особенным, чтобы, как сказать, меня лелеяли, да, меня выделяли среди всех, что выбирали именно меня. То есть это грубое отношение, да, что вот среди всех женщин, среди всех девушек он выбрал только меня. Это очень льстит. Да? Или там, сказать, среди всех, соответственно, молодых людей она, как сказать, на меня запала. Ну, допустим, нет вот такого отношения половых, но желание почести, славы, да, это все то же самое. Да? Желание выгоды. То есть, точно так же разбираться можно и видеть, что эта природа та же самая. Поэтому по-настоящему разрубается этот узел Хридая Грандхи с уровня Бхагават-таттва Вигьяны. То, о чем мы говорили на прошлом обсуждении, обсуждая стих предыдущий, 20 стих. Вот. Именно когда действительно наступает Бхагават-таттва Вигьяна, вот это уровень уже лично преданного, что он обладает этого Бхагават-таттва Вигьяны, тогда уже может идти речь о том, чтобы разрубить узел вот этот Хридая Грандхи. И Шрила Прабхупада в лекции, которую он дал в Вриндаване 1 ноября 1972 года, отмечает, что для того, чтобы этот узел дальше не завязывался, потому что мы уже рождаемся, покуда мы в материальном мире, это означает, что у нас есть узел вот этой привязанности, который проявляется в привязанности к своему телу, к дому, вот как Махараджа Ришабадева отмечает, к имуществу, к детям, к родственникам, к деньгам. Вот, у всех по-разному, у кого-то ко всему сразу, в равной степени, у кого-то по-разному, в разной степени, у кого-то, по крайней мере, к чему-то одному. Да? Он не привязан ни к дому, ни к имуществу, ни к детям, ни к родственникам, ни к деньгам, но привязан к телу. Если не привязан к грубому телу, он привязан к тонкому телу. Что если с тонким телом кто-то не так-то обращается, кто-то невежливо, да? Говоришь правильные вещи, но не с тем сознанием. Да? Частенько такие вещи вот звучат. Обижаются люди. Вот. Ну, нужно обижаться, если кто-то оскорбляет Кришну или кто-то оскорбляет Шрилу Прабхупаду тем, что ставит свое знание выше знания Ачарьи. Вот за это надо оскорбляться. Здесь нужно просто, ну, подскакивать от негодования. А если, там сказать, человек обижается, губки надул там, да? Вот, как девочка там, которую куклу не дали. То, ну, это означает, что есть привязанность к телу, к тонкому телу, к своему уму, к своему эго ранимому и так далее. Так вот, когда человек рождается в этом мире, он может даже родиться уже в благоприятных условиях, в ведической культуре, в семье следующих этой ведической культуре. Вот. Но ему нужно как минимум следить, чтобы не ухудшать свое положение. Так вот, чтобы этого не происходило, Шрила Прабхупада говорит, частью ведической цивилизации является принцип брамачари. С самого раннего детства мальчиков учат, воспитывают того, как не привязываться к половой жизни, да, и жить жизнью в отречении, от тапаси, добровольной тапаси. Это означает, что человек осознанно понимает, что вот это удобство может меня привязать, удобство к моему телу, которое я пытаюсь окружить, привязать к телу, то есть я забочусь о нем, и возникает привязанность. Да, как любой объект нашей заботы становится объектом нашей привязанности. Да? Допустим, молодой человек оказывает заботу, да, девушке, и в итоге он привязывается вот этой деятельностью. Да? Точно так же мы, оказывая заботу о своем грубому и тонкому телу, мы привязываемся к нему, если чрезмерная забота.
Если в рамках необходимого, в рамках разрешенного шастры, то поскольку шастра дает такое разрешение, мы находимся в безопасной зоне. Как только мы пересекаем, переступаем это, то сразу уже возникают дополнительные привязанности. Так вот, чтобы начать, как сказать, в правильном направлении жить в этой жизни, мальчиков учат тому, чтобы быть брамачари, когда они избегают половых отношений и добровольно находятся в окружении, в атмосфере, которая требует соблюдения тапаси. Вот здесь, допустим, гурукула, мальчики, они там на колонке, даже посреди, вот сейчас вот зимнее время, довольно прохладно утром, а утром они встают очень рано, там в 3 часа или даже еще раньше. Довольно прохладно, промозгло иногда бывает. Вот сейчас чуть-чуть начало теплеть, но вот последние там месяц-полтора было довольно холодно. Вот. Но они на колонке набирают воду, должны омыться. Вот. Не просто там окатиться, а там хорошо помыться. Вот. Надеть чистую одежду. Это означает, что одежды должны быть постираны. А иногда бывает, что они не досыхают, значит, одежды немножко влажноватые, но их нужно одеть. Старую грязную одежду не оденешь, поэтому, ладно, влажноватая, но все равно приходится одевать. Много-много их неудобств. Они спят на полу, конечно, не на голом полу, там подстилках, там толстых подстилках и так далее, но не в роскошных кроватях спят там, и так далее. То есть тапасия, тапаса брамачарьина, шамейна неймейна ваша. Упады часто цитируют этот стих, это 6-й песни Шримад-Бхагавата, где Шукадева Госвами объясняет, дает различные варианты того, как человек может избавиться от склонности совершать вот эту греховную деятельность. Вот. Это тоже не совсем принимается Махараджем Парикшитом, в конце концов, а Шукадева Госвами произносит этот стих, где говорится, что именно беспримесным преданным служением человек может избавиться от этой, от самого семени, желания совершать грех. Так вот, даже казалось бы, пусть это и внешние условия, но они важны, потому что они, как вот марксистско-ленинская теория, да, бытие определяет сознание. То есть в каком окружении мы находимся, человек развивает соответствующее отношение к жизни. Он становится непридирчивым, предвзято не относится к окружению, он довольствуется малым, он понимает, что материальная энергия всегда может сюрприз подсунуть и лишить меня каких-то удобств, поэтому ничего страшного, я и простым могу обходиться. Вот. И Шилупада дальше отмечает, что в отличие от того, каким это должно быть в современных, западных особенно, странах, вот этим студентам, да, ученикам им предоставляют все самое лучшее. Вот считается хорошая школа. Хорошая школа – это там, где есть там компьютерный класс, где там все там прямо украшено, там они в таких навороченных формах ходят, там туфли блестят там и так далее, да. Но не это показатель хорошести образования. Уровень хорошего образования по ведическим меркам – это не удобство для тела, а то, что человека учат правильным концепциям жизни. Вот это считается правильным образованием, правильной концепцией жизни. Это значит, в первую очередь, избегать дополнительных привязанностей, соответственно, человек соблюдает брамачарию и совершает тапасию. Да? Он избегает дополнительных привязанностей, которые будут культивировать меня то, что, с чем я уже есть в материальном мире. Будет подогревать это лишь только. И на фоне этого обязательно трансцендентное знание. Вот. И в это, одно это может занять долгие годы. Некоторые родители переживают, а как же вот они там не изучат там химию, физику там и так далее. На фоне необходимости постичь духовное знание, обрести Бхагават-таттва Вигьяну, благодаря которой человек в конце концов станет достойным вернуться домой назад Богу, да, мы поговорим об этом. То есть это происходит с момента кшиенте часе кармани, да, когда человек
обрубает цепь кармической деятельности. А как он уже не связан с кармой, он уже все достоин того, чтобы возвращаться домой назад к Богу. Его уже больше вот эта цепь не держит. Его уже разрубили. Так вот, родители стенают, а как же там, они там не подучил физику, химию. Ну, во-первых, давайте будем откровенны. Кто из нас использует сейчас, на данный момент, вот это знание химии, биологии, ботаники, тычинки, пестики и так далее? Ну, это было просто, скорее, такое ознакомительное знание. Хотя спрашивали с нас это знание довольно серьезное, соответственно, ставили оценки, пятерки там, или двойки у кого-то, тройки, да. Но по факту не всем это нужно. Но вот кому что, то знание, которое нужно обязательно всем, это Бхагават-таттва-вигьян, которое открывает двери для того, чтобы произошли вот эти три вещи, которые держат нас. Во-первых, хридая-грандхи, вот этот узел, которые держат нас в материальном мире. Да? Потом кшиента часе карма, не карма, кармическая деятельность, вынуждает нас задержаться в материальном мире, чтобы дождаться, когда придет плод моей деятельности, и когда я его получу, тогда вот эта составляющая кармы, как сказать, сожглась, все. С этим у меня больше ничего не связано. Но мы по глупости еще создаем что-то новое. И в итоге нам ждать не дождаться. Все это отдаляется на все более-более дальний период. Да? И плюс еще самшая. Есть еще сомнения. А вот кто-то, допустим, предложит нам вернуться домой назад Бога. Мы начинаем думать, а зачем? А что я там буду делать? А вдруг там плохо? И а вдруг это вообще обман? Вдруг это развод? Столько плохого опыта уже существует в материальном мире, что оно начинает накладывать вот этот опыт в форме сомнений и на духовные возможности. И поэтому не шибко-то и стремится в духовную жизнь. Мало того, что оно узлом держится, мало того, что оно дожидается, когда наконец исчерпает все, что оно должно по карме получить, покуда не исчерпает, оно вынуждено оставаться, так еще и не хочет, у него сомнения есть. Представляете, какое положение незавидное положение. Касательно тапасии, Шрила Прабхупада вот в этой вриндаванской лекции, которую он давал, он отмечает, как мы практикуем тапасию. Конечно, тапасию это означает добровольно принимать некоторые неудобства, которые мы можем испытывать. Да? Это добровольное должно быть принятие неудобств. Но, конечно, в ведической цивилизации отмечается, что, например, брамачари или саньяси, они там практикуют серьезные аскезы, суровую тапасию. Там, допустим, там обязательно три раза совершать омовение, независимо от погоды. Да? Особенно сейчас, когда холодно, там не было никаких вот нагревательных там приспособлений, они просто совершали омовение в реке. Вот. И причем некоторые медитировали в Гималаях, а Гималаи это только снег, соответственно, если там есть вода, то это ледяная вода. Вот. Но Шрила Прабхупада говорит, что в современный век это невозможно следовать именно всем таким правым предписаниям. То есть дисквалификацию людей в Кали-Югу отметили мудрецы Намешарани, возглавляемые Шонака Риши. Да? Манда суманда матайо манда бхагья хюпадрутага. Люди проен алпа юша савья, они мало живут, алпа айо, айо значит жизнь, алпа значит чуть-чуть, мало живут, не успеют много чего сделать, если будут таким общим путем идти. Вот. Они вздорные, они ленивые и так далее. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что современный век такого не требуется, но по крайней мере все, кого интересует прогресс сознания Кришны, обязаны, он must, говорит, обязаны рано утром вставать, вот это наша аскеза, рано утром вставать, он говорит, до 4 часов утра. Вот. А мы должны совершать омовение и, соответственно, привести себя в чистый вид, соответственно, чистая одежда, тилоки, это тоже форма очищения, и совершить мангаларати, и после этого изучать. То есть общая форма изучения, обучения
духовные науки – это класс Шримад-Бхагаватам, но на этом не кончается. Обязательно чтение книг и так далее. Вот это для нас называется тапаси. Это выполнение предписанных обязанностей в преданном служении. Вот. Он так и говорит Шилпада. Те, кого интересует продвижение в сознании Кришны, они обязаны, must. Не могут, не, даже не следуют, не should, а must. Вы обязаны рано утром вставать до 4, совершить омовение, привести себя в чистый вид, совершить мангаларати и заниматься изучением духовного знания. Далее Шилпада продолжает говорить об этом узле Харидая Грандхи. Говорит, что две вещи должны параллельно происходить, чтобы не усиливать этот узел, да, не накапливать дополнительные петли и узлы поверх уже существующего. То есть личность, которая культивирует сознание Кришны, с другой стороны, должен прикладывать усилия, чтобы избавляться от нежелательного. То есть имеется в виду не от излишков вещей, но от анартх, от нежелательного, то, что, с чем мы не придем в духовный мир. Этого там не нужно в духовном мире. То есть избавляться от этого всего. Мы, Шилпада продолжает говорить, мы не можем продолжать делать и то, и другое. Как, например, он приводит пример. Если человек болеет, ему дают лекарства, но в то же самое время он должен соответствующее себя вести. Не есть вот этого, да, или там, не знаю, мы, как сказать, носки шерстяные мы носим, чтобы опять ноги в холоде, значит, опять простынем, да, и так далее. То есть мы принимаем лекарства, которые нас выздоравливают, и в то же самое время не нахватываем внешними условиями, в которые мы подставляем себя, что мы просто опять ухудшаем. Или разжигаем огонь и при этом поливаем его водой. Да? Вот это очень важно. Поэтому мы принимаем действенное лекарство, это воспевание святых имен, занимаемся преданным служением, бхакти является лекарством, одним из которых и главным для нас является воспевание святых имен, Хари Кришна Махамантры. И в то же самое время мы избегаем всего неблагоприятного. Да. Потому что если человек говорит Шилпада, если он думает, что он может успевать и то, и другое, и при этом духовно продвигаться, то это, говорит, нонсенс, это чушь. Это глупость. Человек даже не имеет права мечтать в этом направлении, что он будет увеличиваться в материальной привязанности, и при этом он же думает, я еще успеваю духовно практиковать, я буду духовно продвигаться. Это, говорит Шилпада, чушь. Человек должен прикладывать усилия распознать, что является неблагоприятным для него, что породит в очередной раз вот это Харидая Грандхи, и осознанно не связываться, стараться с этим. Или в положенный срок, если уже это существует, Харидая Грандхи, если он, допустим, семейный человек, соответственно, есть и жена, и дети, и вот как перечисляет Махараджа Ришабхадев, да, все вот этот список, составляющий вот этого узла, то в положенный срок панча шортвам ванам раджет. Человек достойно вступает на путь отречения, отхода от дел, чтобы начать отвязываться от всего этого. В конце концов, встать на полный путь отречения. Отречения от материальной вовлеченности и полностью вовлечь себя в духовную деятельность. Саньяса не обязательно именно формальная саньяса, но подразумевает саньяса в сознании. Отречение от всего материального меня уже больше не интересует, ни там прав Путин или не прав Путин, и там и прочие там пенсионные реформы. Я знаю, что обо мне позаботится Кришна. А государство, оно всегда меня обманет. Все эти реформы и так далее, это бесполезно переживать об этом. Нужно посвятить себя Кришне. И Кришна никогда не бросит своего преданного. Кришна, нейтрально относясь к слону, он не позволяет ему, чтобы он от голода помер. Слоны – большие животные, они должны несколько килограмм. Вот эти зелени есть, и всегда на всех слонов хватает, которые в дикой природе живут. Единственное, они в зоопарке, если живут, когда в положении Бога себя надсмотрщик зоопарка ставит, то тогда возникают проблемы.
Но совершенный повелитель Кришна даже вот таких вот нейтрально к нему относящихся пока что живых существ не бросает. Что же говорить о своем преданном? Поэтому преданный, который, если уж он выполнял свои предписанные обязанности, как будучи домохозяином, потихоньку, отходя от дел, он отходит и от ответить всех вот вовлеченностей. Он, его не интересует ни политика, ни все вот эти вопросы. Вот особенно пожилые люди любят переживать о политике. Да? Они там читают все вот эти новости. Недавно я там, меня попросили планшет починить одной пожилой бабушке, которая, ну, фактически ее просто лежит и не встает с кровати. А у нее на планшете было установлено, ну, всевозможные приложения разных газет. Там и Russia Today, и там, так сказать, и то, и другое. Ну, я не знаю, я вот не совру, если штук 8 или даже 10. И все это разные всплывали, всякие там сообщения, напоминания. Это так было перегружено, что меня попросили сделать что-то. Это, оказывается, просто все эти новости всплывали, это так перегружало этот несчастный планшет, что он просто уже со скрипом работал, не пришлось все это убирать. Вот. Но это действительно, в ее положении сейчас просто слушать о Кришне. Если она будет продолжать слушать о пенсии, там, о разгоне правительства, вот недавно произошло и так далее, ну какой пользы ей? Ну вот будет она знать подробности, не будет, согласна она с этим, не согласна, такой-то того-то назначили, или нужно было другого назначить. Это бесполезное знание. А столько энергии, столько сил уходит на это. Это все является разными формами осквернения нарты. Вот. И если человек не достигает в своем сознании уровня саньясы, что он отрекается от всего этого, он погружает себя только в духовные дела, в духовные вопросы, в духовное осознание, чтобы развивать все больше вот этот уровень Бхагават-таттва-вигьяны, то он не сможет никуда выйти, ни о каком духовном мире не может быть и речи. Вот. То есть ему придется снова родиться. Касательно сомнений, вот здесь они тоже описываются, да, мы уже сказали, чидянте сарва самшая, от них тоже с уровня научного понимания Верховной Личности Господа, человек также избавляется от них. Шилопада комментирует в лекции, которую он давал в Лос-Анджелесе 24 августа 1972 года. Говорит, подобно тому, как Бхактивинод Такур поет «Рада Кришна Боло Санги Чоло Эй Матра Бикха Чай» этот баджан «Харибо Рада Кришна Боло Ресобай». И в этих словах «Рада Кришна Боло Санги Чоло Эй Матра Бикха Чай». Бхактивинод Такур поет «Пожалуйста». Бикха, бикха, значит, это по сути в таком смиренном состоянии упрашивания человека, как бикха, значит, как пожертвование просят. Очень смиренно, очень пожалуйста упрашивает. Да? Вот в таком сознании Бхактивинод Такур просит людей, пожалуйста, воспевайте Рады, имена Рады и Кришны. И, пожалуйста, пойдемте со мной, мы отправляемся домой назад к Богу. Но, продолжает Шрила Прабхупада, никто не, ему никому не интересно. Что это за рада, чушь про Рада Кришны? Мы и так счастливы здесь. Да? Вот это сомнение. Зачем нам куда-то идти? Да, как тот кот. Нас и здесь неплохо кормят. Вот. Там, там было про Таити, а здесь про духовный мир, про Рада Кришну. Но сознание точно такого же. Увольня глупого, ленивого кота. Даже еще хуже. Да? Как вот Индра, помните, да, когда он стал свиньей, ему тоже было все хорошо в этом навозе вонючем жить, совокупляться, неразборчиво совокупляться со всеми, там, с матерью, с сестрой, с дочерью. Это вот свиньи занимаются таким сексом, им это не возбраняется. И когда Брама пришел, чтобы позвать его назад, занять пост Индры, тот даже не хотел, зачем? Мы не так хорошо, нас и здесь неплохо кормят. Вот такие сознания возникают, сознание живого существа. И все это из-за узла привязанностей.
У него тоже были все вот эти жена, там жены, там дети, целая семья у Индры. У нас тоже есть разные привязанности, разные. Кто-то нам что-то не додал, кто-то, не, как сказать, неуважительно к нам отнесся, и мы негодуем и ждем не дождемся, когда же он наконец осознает, что нужно со мной было уважительнее. Да? Все это привязанности. Это хридая грандхи, это возникает из желания, как мы говорили выше, наслаждаться либо грубым, либо тонким сексом, который проявляется в форме уважения, почета, выгоды. Да? И Шрила Прабхупада продолжает, что вот эти привязанности, они настолько сильны, да? Настолько сильны, что даже если мы скажем, пойдемте с нами домой назад к Богу, ваш отец Кришна, всемогущий, всемогущий Господь, вы можете наслаждаться блаженной жизнью там, в вечном мире. А они ответят, нет, нам лучше, нам и так здесь хорошо, нам больше здесь нравится. Вот такова природа сомнений. Так или иначе, мы, держась за вот эти привязанности, проявляемые сомнения и не доверяем тому, что слышим от Шрилы Прабхупады, тому, что говорит Кришна, не доверяем, что то, как Шрила Прабхупада говорит, так говорит Кришна, что это благотворно, что это необходимо, уместно. Что это он? «Намам душкритину мудхак пропадянте нарадхама». Как это он посмел таких достойных людей называть мудхами? Как он посмел называть нарадхамами? Разные-разные виды сомнений. Вот ученик Шрилы Прабхупады сомневался, что как это Шрила Прабхупада оспаривает, заявляя, что американцы никуда не летали, ни на какую луну. Вот и сомнения тоже. Как это? Мы же американцы, мы первые. Разные-разные виды сомнений. Тут можно говорить и не переставать, ни конца и края, не перечислить все виды сомнений. Вот. Но как только преданные становятся, по-настоящему серьезно становятся на путь преданного служения, когда его преданное служение основано на Бхагават-таттва-вигьяне, то он очень быстро избавляется от всех видов сомнений. Шрила Прабхупада приводит пример Друву Махараджа, у которого стремился усилить узел материальной привязанности. Ему нужно было царство его отца. Да? Он обиделся, как это не мне? Почему меня выгнали? Несправедливо. Я хочу царство, материально наслаждаться. Да? Когда царство, человек богатый, то за этим следуют все остальные виды наслаждения. Да? Достаточно богатому человеку сказать с грустью в голосе какой-нибудь красивой девушке, я такой богатый, но мне не с кем разделить вот это богатство. Да, она сразу же, так сказать, подскочит. Ну как же не с кем? Вот она я. Да? То есть за богатством, оно неизбежно стоит большие разные виды чувственных наслаждений. Половые отношения, сразу же появляются противоположный пол, внимание противоположного пола, другие виды наслаждений. Да? И вот такого богатства хотел Друва Махарадж. Он переживал, что это не мне достается. Но «Свамин критартху смин варам наячи» он произносит, что «я всего лишь хотел разбитое стекло». Но сейчас, когда я тебя увидел, мне это не интересует. Вот. И, соответственно, он говорил это с твердой уверенностью. Это означает, никаких сомнений уже не было. Он твердо понимал, что да, я вижу, что, Господь, что ты драгоценный камень, а то, что я хотел, это было битое стекло. Вот. И он избавился и от хридая грандхи, он избавился и от самшая. То есть от узла материальной привязанности, из-за которого он хотел дальше этого богатства, которое открывало возможности для дальнейших чувственных наслаждений и дополнительных узлов. И, соответственно, от самшая. Вот. Касательно третьего аспекта, это кшиянте часе кармани. То есть человек разбивает цепь кармической деятельности, она обрывается в его случае, когда он достиг уровня научного понимания Верховного Господа. Помните, да, в самом начале
Сута Госвами произносит вот этот стих, который очень важный для понимания. Яд анудьясина юктах карма гранти нибанданам чинданти ковидастася конакурят катхаратим. Это 15 стих. Перед тем, как, начиная с 16 стиха, Сута Госвами начинает объяснять всю вот эту цепочку практически, как происходит прогресс в преданном служении. То есть с 16 стиха он описывает, Шуршушок Шрададана Сява Судева Катхаручих Сян Махацивая Випрах Пунитирта Нишеванах. Он объясняет, что самое начало можно начать только когда человек удовлетворил свои служения Пунитирт, великих преданных Господа, олицетворение средоточий возвышенных качеств. И тогда в нем возникает склонность слушать повествование Васудеви. И дальше, 17 стих, известный стих, и так далее. Все вот объяснял, как происходит прогресс. Но перед этим он говорил, что разумные люди пометованием, вот этот 15 стих, пометованием о личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы. То есть вопрос, он разрубание узлов кармы, Сута Госвами поднял еще раньше, в предыдущем стихе. Но теперь он объясняет, как это практически происходит. Когда же мы, наконец, разрубим узлы кармы, вовлеченности в кармическую деятельность, когда же, наконец, нам не нужно будет уже дожидаться, когда мы истощим всю свою карму и, наконец, свободны уже вернуться домой назад к Богу. Это можно ускорить процессом памятования о личности Бога. Но здесь ковидас, это разумные люди, ковидас, очень разумные люди. Чем они делают? Памятованием о личности Бога. Но если у нас склонности нет, нам нужно развить эту склонность, слушать о Кришне, чтобы было о чем помнить. А это возникает, если мы служим достойным, великим преданным и так далее, и так далее. Тогда мы проходим через весь этот процесс трансформации. Вот. То есть эту тему Сута Госвами не забыл. Вот сейчас он, наконец, в сегодняшнем стихе, в 21-м, снова поднимает, что вот это окончательное прерывание цепи кармы происходит с уровня Бхагават-таттва-вигьяны. Вот. То есть это невозможно сделать как-то искусственно, перестать выполнять свои предписанные обязанности. Арджуна нагоняй получил от Кришны. Ты должен продолжать это делать. Вот. Потому что, покуда мы находимся в майе, покуда мы не на уровне Бхагават-таттва-вигьяны, вот, мы не посвятили себя целиком и полностью преданному служению, мы вынуждены заниматься кармической деятельностью. Стих Вишну Пураны очень известный. Вишну шакти пара прокта кшетра гьякья татха пара авидья карма сам гьянья тритья шакти рищьяте. Вот. Это стих из Вишну Пурана, который описывает три различные виды энергии Господа. Вишну Шакти, она высшая энергия, да, пара прокта. Кшетра Дьятхя, татха пара. Кшетра Гья, это пограничная энергия. Кшетра Гья, то есть знающее поле деятельности, живые существа. Она татха, значит тоже. Пара, значит высшая. То есть Вишну Шакти, внутренняя энергия, высшая энергия и пограничная энергия, дживы, они тоже высшая энергия на самом деле являются по своей природе. Но есть еще третья, авидья карма самгианья. Третья шакти решеты. Есть еще третья, материальная энергия, находясь в которых, человек находится в авидье, он находится в невежестве и карма самгианья. Он вынужден заниматься кармической деятельностью. То есть Шрила Прабхупада делает вывод, что пока мы находимся в майе, пока мы находимся в рамках материальной энергии, вот этой третьей энергии, то мы неизбежно будем заниматься кармической деятельностью. Это означает и в обратную сторону, что если мы до сих пор занимаемся кармической деятельностью, это означает, что мы находимся в майе. Вот и все. Это такой тест, который мы можем для себя проверить. Вот. Но Шилпада объясняет, как освобождаемся от этой кармы. Если человек становится на путь преданного служения,
когда мы занимаем всю деятельность в преданном служении, одухотворяем его, то тогда такая деятельность, Шрила Прабхупада приводит пример, подобно тому, как мы, он приводит пример турецкого горошека, горошек чикпис в лекции во Вриндаване, поэтому те, кто бывал во Вриндаване, там часто делают саджи с турецким горошком, поэтому это такая наглядная для многих преданных. В 72-м году во Вриндаване было. Он говорит, вот подобно вот турецкому горошку, да, если его посадить, он вырастет, но если его поджарить, то мы даже его посадим и столько же воды польем, да, но он уже не прирастет, потому что мы пропустили его через процесс, который уничтожил его способность прорастать. Точно так же наша деятельность, которая точно такая же, как вот турецкий горошек там выглядит и тут одинаково выглядит, но один пропущенный через процесс. Поэтому теряет вот это свойство приносить результаты, процветать, прорастать. Точно так же, если мы та же самая деятельность, мы посвящаем Кришне, Ягиартхат кармано ниатра, локо ям карма банданага, тадартам карма каунтия, мукта сангах самачара. Кришна говорит, Арджуне в Бхагавадгите, это первый, на что ссылается Шрила Прабхупада, Бхагавадгита 3.9, что любая деятельность в этом материальном мире нужно совершать ягиартхат, ради яги. Яги это одно из имен Кришны. Тогда человек не будет связан узами. То есть он делает, он должен что-то делать. Но поскольку он с самого начала решил, я это делаю для Кришны это значит так, как ему нравится, я это делаю. А не так, я делаю, как это мне нравится, но при этом заявляю, что это делаю для Кришны. Нет. Делать для Кришны это делать так, как ему нравится. Так вот, мы должны узнать, как Кришне нравится. Если мы должны есть, это означает, что мы должны предлагать пищу Кришне. Вот в таком ключе Кришне это нравится. Если мы зачинаем детей, то, соответственно, это мы делаем религиозным способом. Да? Если мы зарабатываем себе на жизнь, то не греховным способом. Мы выполняем свои предписанные обязанности в рамках варны ашрама. Да? То есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся та же самая деятельность внешняя, зачатие детей, тут казалось бы, можно прицепиться. Да? Когда я был в Корее, распространял книги, и меня спрашивали, а кто ты такой? Я говорил, я монах. И потом, когда выяснялось, что я еще женатый монах, они не могли понять, как монах может быть женатым. Да? Но оказывается, можно, что человек по факту остается монахом. Потому что даже если он семейный человек, вот я человек семейный, у меня двое детей, но если, возьмем, вайшнав, да, он все правильно выполняет, соответствие с грабадана самскары и так далее, он делает это, как ожидает от него Кришна. Соответственно, та деятельность, которую привычным образом мы воспринимаем как самую, ну, точно, явно материальная деятельность, дремучая материальная деятельность, половые отношения, она оказывается по факту материальным не является. Вот. Поэтому ягиартхат кармано ниатра локи ям карма бандана. Если деятельность занимается в преданном служении Кришне, так как Кришне нравится, да? А не то, что вот, как сказать, на Кришне жри. Вот. Я хочу, чтобы ты это ел, а Кришне не понравится. Вот. Поэтому в конце концов это должна быть та деятельность, которая соотносится с наставлением Кришны в священных писаниях. Бхагавадгите или представить и наставление его представителей, такие как Нарада Муни. Нарада Муни в конце седьмой песни Шримад Бхагаватам подробно объясняет структуру цивилизованного человеческого общества, предписанные обязанности всех варн, всех вашрамов, предписанные обязанности женщин. Соответственно, если мы действуем в таком ключе, выполняя свою деятельность, так как Кришна установил, либо сам, либо через своих представителей, как Нарада Муни. Соответственно, это, мы делаем это для Кришны. Тут уж никто не усомнится, что мы делаем это для Кришны, потому что мы делаем так, как ему нравится. Вот. Другой момент. Шрилпада цитирует, то есть как мы обсуждаем сейчас, как разбивается цепь кармической деятельности. Вторую праману, вторую доказательство, то, что преданное служение разбивает
вот эту цепь кармической деятельности, Шилпада цитирует стих из Брахма Самхиты 5.54. Яствиндра гопа матхавендра ахосва карма бандану рупа палабаджа намата ноти кармани нирдахати кинтуча бхакти баджам. Вот это важная строка. Кармани нирдахати кинтуча бхакти баджам говинда мади пурушам тамахам баджами. Господь Брахма говорит, что все, начиная от этой Индрагопы до другого Индры, высшего вот этого известного нам Индры, все они связаны с свакармой. Ахо свакарма бандану рупа палабаджанам атаноти. Они связаны результатами своей кармы, обязаны, вынуждены дождаться, чтобы получить плоды своей кармы. Они никуда не денутся, они обязательно придут. Помните, дается описание, что плоды деятельности каждого следуют за ним в этой жизни и жизни в жизнь, подобно тому, как если телят выпустить, каждый теленок прибежит только к своей матери, корове. Да? И точно так же наши собственные плоды обязательно к нам придут, не к какому-то там дяде, а именно к нам. Поэтому все, начинают от Индрагопы до Индры. Но Господь Брахма говорит, кармани нирдахати кинту ча бхакти баджам. Нирдахати. Тот, кто занимается бхакти баджам, поклоняется Кришне при помощи методов преданного служения, преданный, он не обязан получать в таком положении последствия своей кармы. Но чтобы быть не обязанным получать последствия кармы, человек должен быть преданным. Да? Он означает, что он всегда должен оставаться преданным. Это во-первых. Во-вторых, не накапливать какой-то новой кармы. То есть я преданный, теперь можно расслабиться и, как сказать, ничего, если я, как сказать, пропущу для здоровья. Да? Или еще как-нибудь. И еще один третий момент. Шилпада, ссылаясь на стих 18.66, да, «Ахам твам сарва папай бьё», здесь говорится о греховной карме, в частности, Кришна говорит, «Мокшейшими», «Я смогу защитить тебя, не страшись ничего», «Машу чага». Вот. А Шилпада приводит аналогии, подобно тому, как, предположим, по законам правительства, по законам государства, за свою греховную деятельность, преступную деятельность, да, мы заслужили наказание, но, говорит Шилпада, если сам царь, глава этой страны, захочет простить нас, то его решение стоит выше вот этих общих законов. Да? Точно так же вот этот, образно говоря, царь Кришна, если он захочет нас простить, но чтобы он захотел простить, это тоже целая история. Чтобы сам Кришна захотел нас простить. Для этого нужно прикладывать большие усилия. Но эти усилия мы теперь не тратим на то, чтобы отбиваться от всех последствий своей греховной деятельности. Мы теперь уже вручаем себя Кришне. И доказываем ему, что да, мы достойный объект его милости, его прощения. И тогда Кришна великодушно прощает. Он сам это провозглашает. Сарвадарм притяджа мамы камшаранам раджа. Оставь все эти попытки, в частности, попытки отбиваться от всех этих карм, твоей будущей и нынешней. Да? Просто вручи себя мне. И я тебе обещаю, от всего этого, от всех последствий, трудностей и страданий, я тебя избавлю. Вот. Вот таким образом, снова и снова и снова, тоже три стиха Шивапрабхада процитировал, как преданный действительно избавляется от последствий своей кармы. То есть он методом яги-артхат карману нетра, занимая себя, все, что он делает для удовлетворения Кришны, еще яд каруш, ядашна сиет, джухоши дадасият, да, еще тоже подтверждение. Также кармани нирдахати кинту чабхакти баджам, это заверение Господа Брамы, вот, и заверение самого Кришны. Агам твам сарва папы пью мокшейшими. Вот так вот преданный избавляется от последствий своей кармы. Вот. И в заключение, вот, сделаем обзор. То есть с уровня
Бхагаваттатва Вигьяны, научного, глубокого, истинного понимания природы Верховного Господа, нас, как его неотъемлемых частичек и наших личных взаимоотношений с ним, научного понимания, Бхагаваттатва, таттва значит, как оно есть, как оно на самом деле есть, с такого уровня понимания, что подразумевает серьезное глубокое изучение этих предметов, мы об этом говорили на прошлой лекции, обязательно тогда уже как проявление, подтверждение того, что мы находимся на этом уровне, мы разрубаем, наконец, вот этот узел, который, о котором говорит Махараджа Ришабхадева, который мы завязали, начиная с влечения к противоположному полу. А в дребезге разбиваются все сомнения. Человек по-настоящему избавляется от сомнений только с уровня Бхагаваттатва Вигьяны. Вот. Если он не достиг этого уровня, то он всегда будет подтягивать какие-то материальные способы решения, текущих духовных проблем на пути преданного служения. Всегда будет костыли какие-то предлагать. Да? Вот это тоже важный момент, что у человека избавиться от всех сомнений, в частности, через свою проповедь, через свои советы, он эти сомнения не будет порождать, не будет подсовывать какие-то странные вещи, если он на самом деле уже находится на уровне Бхагаваттатва Вигьяны. И также кшиянте часья кармани. Мы, наконец, полностью прерываем вот эту цепь. Цепь одно звено за другим, зацеплено за предыдущее, потом следующее звено за это и так далее. Мы прерываем эту цепь кармической деятельности только с уровня Бхагаваттатва Вигьяны. И в этом положении мы понимаем, что господином является душа, имеется в виду сфера душа, Господь. И уже полностью вовлекаем себя в преданное служение Господу. Вишванатха Чакраварти Такур, комментирует этот стих следующим образом. «Разрубается узел сердца», то есть невежество. Вот это невежество. Природа вот этого узла в сердце, о котором говорит Ришабхадева, это природа его невежества. Это возвратная форма глагола карма-картари, которая указывает, что разрушение невежества не является главным результатом, который ищут бхакти. То есть это сопутствующий результат, который приходит. Избавляться от невежества. Самое главное на таком уровне, когда человек уже Бхагаваттатва Вигьяны обладает, его самая главная цель в преданном служении – это служить Кришне, узнавать о нем больше, слушать о нем больше. И попутно, вместе с этим, по милости Кришны, по милости Бхакти Деви, он избавляется от невежества, избавляется от сомнений, избавляется от последствий своей кармической деятельности. Это великое благо, которое дарует сам Кришна и Бхакти Деви. Вот. А Вишванатха Чакраварти Такур продолжает. Все сомнения, такие как достижение, невозможно. Они разрушаются. Да? Интересный момент. Даже Вишванатха Чакраварти Такур отмечает это, что вот, даже в те, оказывается, времена это было и такое явление, что вот, начинающие преданные думали, не, я не смогу никогда стать преданным. Там, я там, или еще какие-то сомнения, достичь этого невозможно. Там, да? Вот в этот момент, с момента Бхагаваттатва Вигьяны, все сомнения разрушаются. Человек видит, что да, вот оно возникнет, если я пока еще не достиг, и он не испытывает никаких сомнений. Вишванатха Чакраварти Такур продолжает. Увидев Господа, который является душой атмани, вот, кстати, подтверждение, что вот это хозяином является душа, как вот в этом стихе, дришта эва атмани швари, атмани, да? Дриште, увидев эва определенным атмани, душе и швари, господствующей, что вот эта душа является Господом. То же самое говорит Вишванатха Чакраварти Такур. Увидев Господа, который является душой атмани, все виды кармы разрушаются. Либо это значит то, что Господь, находясь в уме атмани, которого затем видят напрямую, благодаря чему разрушаются все виды кармы. Таким образом, здесь указано и спурти Господа в уме, и его прямое проявление перед глазами. Вот. То есть это с разных сторон. Атмани может иметь в виду душа, либо слово атма имеется в виду ум. Но ум
который сосредоточен на Кришне. И так человек достигает совершенства. И далее Вишнаты Чакрарти Такур приводит шлоку, который описывает последовательный прогресс достижения совершенства. Потому что вот эта шлока, по сути дела, знаменует высшее совершенство. Это вот, начиная с служения Шушру Шокшара Дана Ся Васудева Катхару Чих Сьян Махатсилая Випра Пуни Тирта Нишеванат. Начиная со служения преданным и кончая вот этого высшего совершенства, Вишванатха Чакрарти Такур описывает, приводит шлоку. Это шлоку, которую он в своем комментарии приводит. Сатам крипа махатсева шрада гуру падашраяха бхаджанешу сприха бхактир анартха пагамастатаха ништха ручир атха сакти рати приматха даршанам харер мадхурья нубхава итьяртах сьюш чатурдаше. Чатурдаше, 14. Вишванатха Чакрарти Такур говорит, 14 шагов таковы. То есть он обобщает теперь весь этот путь. Каковы это 14 шагов? Милость преданных, служение преданным, вера, вручение себя гуру, желание поклоняться или слушание, да? Бхакти, очищение от анарт, ништха, ручи, асакти, рати, према, потом после према продолжается видение Господа лицом к лицу и чувствовать сладость Господа. Обратите внимание, что Вишванатха Чакрарти Такур добавляет 5 дополнительных аспектов. По сути дела, он подробнее объясняет, что как оно друг с другом связывается. Потому что мы знаем вот эти 9 стадий от шрады до премы, которые перечисляет Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху. Адау Шрада Тато Сату Санга и так далее, и так далее. Да? 9%, простите, 9 аспектов от Шрады до Премы. Но здесь Вишванатха Чакрарти Такур подробнее, то же самое, тот же самый путь, но он вначале ставит перед верой и служением преданным, он ставит милость преданных, и здесь, по сути дела, он ссылается на историю Нарады Муни, которая описывается в Шримад Бхагаватам, когда он в прошлой жизни, будучи мальчиком, сыном служанки, получил милость великих бхактивидант, великих махабхагават, преданных Господа, по милости которым ему получилась возможность служить им, и развилась вера, и так далее, и так далее. То есть здесь дополнительный начальный аспект добавляет Вишванатха Чакрарти Такур. Без милости преданных невозможно начать им служить, и не будет вера. Дальше гуру Падашрая, мы это тоже знаем, и дальше Вишванатха Чакрарти добавляет желание поклоняться, то есть должно быть желание, да, слушать. И вот здесь отсылка на 1.2.16. Шушушошададанася Васудева Катха Ручи. Вот это ручи, вот это желание слушать, да, она возникает на основе Шрададанася с верой, которая перед этим уже озвучена. И Шушрушу означает очень внимательно, смиренно. Очень с желанием, с горячим. Да? Так вот, то же самое. Здесь он говорит, что обязательно этот аспект должен быть желание поклоняться или желание слушать. Потом бхакти. Бхакти подразумевается практическое преданное служение, которое приводит к очищению от анарт, да, мы говорили, ништа, ручи. И далее, после премы, он приводит видение Господа. Это третья строка. Ништа ручи аса атха сакти ратих према атха даршанам. То есть према атха даршанам. После премы следует даршан, видение Господа. Поэтому видеть Господа обязательным условием должно быть уровень премы. Вот. Либо это крипа какая-то особая, когда Господь являет себя,
Вот. Но стандартный уровень, видеть, способность видеть Господа – это с уровня премы. А, как объясняет Вишнавы Чакраварти Такур. Соответственно, если вдруг кто-то там вам скажет, что я видел Кришну в рощах Вриндавана, Срадарани и так далее, то серьезно к этому не относитесь. И последний, 14-й, это чувствовать сладость Господа. Харер Мадхурьянубхава. Мадхурьянубхава. То есть по-настоящему испытать сладость Господа, чувствовать это может человек, как мы уже сказали, который находится на уровне премы и еще даршанам, способность видеть Господа. Поэтому если кто-то вам заливает в уши, там, какой Кришна сладкий, там, сладость игр Кришны, да, это по сути дела он намекает на то, что он на уровне премы находится и уже воочию видеть Кришну. То есть кто по-настоящему лично реализованно может говорить о своем собственном опыте, что Кришна сладок, это только такая личность. То есть как минимум такой человек может сказать, как говорит Рупа Госвами, Кришна сладок. Да? Вот так вот, в такой форме он может это сказать. Но если он самостоятельно говорит и закатывает блаженно глазки, то это просто сахаджия. Это не научно, согласно описанию, которое дает Вишнавы Чакраварти Такур. Вот. Вот это описание он дает, поскольку вот этим сегодняшним стихом, по сути дела, завершается вот этот общий процесс прогресса преданного служения, начиная от развития вкуса на основе служения великим преданным и в конце концов достижения уровня Бхагаваттата Вигьяна, с которого он очищается от всех этих осквернений в форме самшая, сомнений, в форме хридая грандхи. Он очищается от этого узла и разрубает вот эту цепь кармических последствий. Вот. Чтобы завершить, Вишнавы Чакраварти Такур приводит вот этот стих, где, по сути дела, обобщает всю вот эту цепочку из 14 аспектов, не из 9. Вот. Хари Кришна, есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Давайте посмотрим, что у нас есть. Вопрос задает Алексей Щербаков. К сожалению, простите, не знаю, как ваше духовное имя. Сейчас у меня перезагрузится страница. Нет, это не вопрос. Не открывается ролик, все работает. Да, очень рад, что все работает, и мы можем обсуждать это. Если какие-то вопросы, пожалуйста, еще минутку подожду. Пока вы собираетесь с мыслями, сразу скажу, что следующий стих... Следующее воскресенье, по плану у нас будет 22 стих, это там, где Сута Госвами, по сути дела, обобщает, типа как эпилога, образно говоря. То есть мы по этому стиху скажем несколько слов. Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господа Кришне, Личности Бога. Ибо такое преданное служение оживляет душу. То есть это Сута Госвами делает вывод, почему заниматься нужно преданным служением. Вот. И дальше уже посмотрим, может быть, приступим к обсуждению каких-то других стихов, каких-то других разделов Шримад Бхагавата. Если есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите. У меня есть несколько мыслей. В общем, посмотрим. Еще впереди 2 недели. Потому что на следующей неделе будет 22 стих. Дальше мы посмотрим. Так, еще раз обновляю страницу, чтобы посмотреть, возможно, появившиеся вопросы.
Вопросов нет. Что же? Это хорошо. Это означает, что Шивапада объясняет нам все очень четко и ясно. Шивапада, Ачарьи. Спасибо большое за ваше внимание. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Чилурупада Ки Джай. Нитай Гор Примананде.